Здравия желаю, с вами Командор Вэлл в 55-й серии войны со 71-го хода орк Чародей. И да, я умылся, можно сказать, немножечко настроился, успокоился. Мне мана, в принципе, нигде не нужна, давай смотрим. Ну, я так и думал, что неудач. Вот. Вот чувствуете, да? Раз, два, три, четыре, пять. 9, 10, 11, 12. Что такое 12 клеток? Итак, мы видим вообще всю фигню его. Далее, меня здесь вопрос. И какой твой ближайший разведчик? Вот этот. Который, например, может эту гору, но ценой типа жизни, что было бы не это. Ну, я так понимаю, вот эта вот группировка. 4 мантикоры и 2 дракона. Мы ее, в том числе с потерями, можем прокатить. Черт, с одной стороны, я сейчас думаю так. Можно попытаться, как я уже сказал, сыграть в тактику. Кинуть 2 стека, ну, 3 стека мяса, потом кинуть элитные войска. Ну так и раньше и делали, между прочим. Для того, чтобы проблем точно не было, когда они будут подбиты. Враг изнурен. Элиту кидали очень часто, только когда все хреново было совсем. А, и по разведчикам вообще у тебя есть вот этот вот еще. Ну я понимаю, что творится. Ща, да, да. Я-то понимаю, что там выигрышный бой просто. Хочу тогда уж, если выигрывать. Ну, сэкономить. Вы охренели? Она сражает. Да я знаю, что там в империи просто сзади зайти и все. Да-да-да. Это вот называется полезный совет. Что произошло? Произошла какая-то хрень. Одним словом. Еще раз. Что вот это вот гоблин-ученик с гоблином-крестоносцем хотят сказать, может представлять из себя? Всем навязывается ближний бой, лобовуха, все, трупы. Вампиризм им не поможет. Даже несмотря на то, что пол хп. То есть просто подождать, чтобы они подошли ближе. Этого на передовую. Ждем, пока заходят ближе. Да, полный реген. Все. Вышибаем через лобовуху и все остальное. Пофиг, если. Хотя. Нет, не пофиг, есть разница. Может залетать в тыл врага. Все, да, вижу всех. Теперь по распределению. Взят в плен. Взят в плен. Взят в плен, взят в плен. Все. Бац. Бац. Вопрос. Только один. В чем проблема была компьютер это сделать? В том, что ты, да, там другой у тебя алгоритм. Все. Абсолютно называется разные подходы. И вот на вассалов он даже так же это. 55 это. Самое прикольное, что они все дезертируют, и даже если дезертируют,
комп не сразу додумается. Ну, во-первых, да, полная перегруппировка. Тащись. Охренеть. В итоге, да, моя про тупость по центральному городу. Про туп... Сказал по-другому. Ой, я не могу. Просто я иногда реально не могу сам себя. Но зато я... Да, кстати, вот сейчас чувствуется, наверное, мне умывание. Все равно в руки так что-то и другое лезет. Вот, а вообще, да, наверное, мне умывания не хватало. Для того, чтобы... Далее, мы видели там какую-то угрозу, но угроза не сильная в целом. Но так как это слишком... ну вот все, хрень в чем... Построил здесь еще город. Его это бесит, что я здесь бегаю. То есть у меня... Мы в кольце, по сути. Ну, надо... Мы хотим, конечно, этот... Продавить архидруида. Но, во-первых, сюда проще развитие. В первую очередь, да, надо сюда воителя этого забирать. Как одного... Ну, из главных вообще целей мантикорна. Тем более он поврежденный. Мы сколько его это... Спасать это города плюс сердце льда по любасу. Как это выполнять? Главный вопрос. Далее. Ну, я нашел себе цель. Вижу цель, не вижу преград. Подумал я про такую тему. Во-первых, и отхиляемся. Возьму его. Хотя потом его, небось, потопят. Но, может быть, потопят, может быть, не потопят. Ну, вообще, по клеткам должно быть пофиг. Я... Мог бы посчитать, но я думаю, что... Ну, в этом я уж сильно уверен. Да, конечно, самоуверенность это не очень айс, и нужно, типа, без самоуверенности постфактум. Просто я думаю, сколько подчинения. Вообще много. Зато три подчинения... Это гарантия долбанного успеха. Будет он по этому бить. Опять же, боевое лечение. А. Еще устроим. Ну, пожалуй, да, пофиг. Или боевое лечение. Давай, боевое лечение. Я верю в них. Он пока какую-то хрень творит. Ну, для боя, хотя там вроде... Оригинальный бой, все. Ну, как я сказал, все четко. Теперь самое главное. Все так-то четко. Все более чем четко. Но это даже если постараешься подкреплением, я вообще не боюсь. И по ходу миссия с перегруппировкой и конечным наступлением идет. Но проблема 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы в 8 клетках от потенциальных угроз здесь. И типа вообще вот так вот, я думаю, сейчас. Пока КМ спец. Задействую. Вообще надо было с этого типа начинать. И... Я так понимаю, ну он, да, навряд ли и пошел. То есть засмотреть. И теперь мы точно заодно, да, прорыв. Направление.
Давай пока медленное наступление 2 на 2 стека получится. Вот. Ну, он скорее отступил. Соответственно, героев пытаемся взять, всех остальных. Насчет погромов, возможно, даже сюда. Но я хотел... Но мне надо же, да, объединиться. Хотя я не знаю, как... Ну, по объединению здесь еще тоже погромить временную блокпост, да, устроить. О чем ты писал? Вероятная победа или поражение? А, наверное, вероятно, поражение. А что там, скрыта, что ли, была эта армия? Ну, мне как бы плевать, я все равно тебя вынес. У меня полное ХП, у тебя лоло армия. В подчинении меня интересуют, да, герои в основном. Тебе шоковое... Ну, естественно, у тебя отнять героев, самому получить. Теперь просто вот так смотрю. Ну, понятно, бородир нет. То есть электрическое грохание это будет не очень. А! А почему у него нету? Где-то он их применил, он не думал, что будет бой. А, но у меня, кстати, тоже нет. В принципе, за счет этого можно было в том воспользоваться. Но ту группировку, конечно, можно перекастом на перекаст. Я страдаю. Мне одиноко. Где ты, мой скверный мальчик? Скучаю по тебе. Что могу сказать? Удобно называется против предводителя воевать. Все-таки предводители драку. О, да, у нас же и бард, и все остальное катит. Хотя это что-то не очень спасает. Навыки барда у этого. Еще, блин, золотого. Да, кстати. Мы же из-за мантикор. Блин, мне все по переформированию тебе надо. Низ, если что, будем продерживать через магию. Потому что мне это... Ну, это очень сложно, уже надоело. Элитная... Эта вот группировка пойдет к этому. Сколько раз они, да, меня подводили из-за того, что они, ну, слабые. У них защиты мало. У этого 17, у этих 13, 14 у всадников. Три защиты, разница есть, и плюс это... Просто... Можно разложить всякой такой темой. Как тебя переформируют? А, тот артефакты собирает и переформирует твою армию. Хотя у него по-другому, но, наверное, новых драконов возьмет. Вот, и вы идете просто вниз вдвоем. Как и планировалось. Все, давай, диверсия. Хрень, что так получается. Не совсем так, как надо. Но залетает. Пофиг, что сюда. А, даже не залетает теперь. Далее. Пробуждение инстинктов. Вот это вот то, что там прется, всякая лажа. Давай все-таки кому-нибудь увеличить ХП раз. Слышишь, сноси их нахрен там. С драконом, скорее всего, надо. Твой дикий урон. А можно спросить? На снятие 8 грозы надо. Это вообще смех, что ли, типа? Вот
тогда все-таки так. Потому что у долбанного дракона есть долбанное это. Устрашение. Что они так вкусно встали. Начинаем перекастомить. Да пофиг, потом просто этого расстреляем. А чем мы не хотим огненный элементаль перейти в контратаку? Да мы посидим, как бы. Да, за защитой этих героев. Подходи. Не подойдешь, убьем. Да-да-да-да-да-да-да, пошел. Поймать сети, это, ой, как-то разошелся-то. Ну, вообще, по большому счету, действительно разошелся. Какой шанс? Ну, это воля. А, его просто нельзя. Да я и этих возьму. Ладно, он что-то охренел раз. Чё? Понятно, кого глушить. А, ну это... Кто бы сомневался? Надо тогда гарантии его смерти. Гарантии его смерти — это какой-нибудь, например, вот этот вот разряд еще. Ну пофиг, ты на свою получку. Типа одну клетку ему, те три. Но тебя, в принципе... Ну ты говорил про танкование... Нет, не грохает. Не догонишь, не убьешь, как говорится. Далее. Подходит на... А, устрашающий всегда работает. Но за счет инерции мы... сделали фичу. Какую. Можно будет... Да, еще сюда. Ты раскидывай его хотя бы так. Ну, не думаю, что это все. Прям кэп. Единая аура. Давай, сейчас работа называется над ошибками. Вообще надо было сразу переходить. Слишком, я сейчас так подумал, опять же, проблемный бой, главное предводителя убить. Какие это? Сразу контратака просто. Раскид и никаких проблем. Главное, более приходит подкрепление, начинается вот эта вот хрень. А мы хороши против окопателей. За счет призыва молнии. Сейчас он приходит. Пока мы типа прокаст получаем. Мне терять нечего там 5. Потерял, если этот, ничего страшного.
Подходишь ты. Просто протокол гроха. Ну, устрашающая, это тупая, да, тема. Мы помним. Она может вообще, в принципе, сработать на любого. Просто мне обидно, можно вот так. Героя, конечно, можно почти легко возродить, но... Иногда проще... Да, я понял. А вот в чем проблема. Иногда проще это. Либо готовьте быть танкуч. Нам не хватило прошлой части. Защиту, защиту. Вопрос этот устрашающий. Соответственно, от устрашителя в первую очередь, я просто думаю, что далее. Слать в самую гущу. Кстати, да. Наверное, так. У тебя за счет защиты. Ну, что ты это... 60. А такая лажа. Пикинёр. Хрень, конечно. Будет. Не, ну тебя могут тоже раскинуть. Надо... Тогда просто ближайших. Я так понимаю. Кстати, гроза может иммунку дать. А, ну там только по один. Хранящий тупой огонь всякий. Давай, ты можешь потанковать. Мне главное вот этого вот. В принципе, хотя пал-предводитель будет только в следующем. А, может в любом. Соответственно, сидишь... В защите. Продолжаем просто сидеть в защите, убиваем его. Ждем пока это. Но от защиты тоже все не выиграешь. Кто может напрягать всякие железные сердца, типа тебя. Он сам на себя. Таким образом, ты тогда сюда... Они там будут перегруппировать. Да. Если прибежит это, тогда вот так вот играем. Подчинен тебе грохнут. Все равно. Паники на, получи. Далее. Так, сейчас подумал. Два. Сойдет. Сдохни. Главное, сдохни. Все на себя. Ох ты ж. И принимать-то начал. Теперь дело за малым. А, но все равно только двоих. Я думаю, как сделать... Покруче. 8. Ты вздыхаешь все равно. Далее. Но тебе с ним, например, проще. Соответственно, мне нужен мертвый гном, вообще пехотинец. Если даже не мертвый, то хотя бы сильно поврежденный. Все. Тогда он даже если эту фич, все остальное хрень. Ты. Ну, меня напрягает он. И ты помогаешь
нашему этому. У тебя защита сильная. Ты бежишь помогать. Ну, что... А, ну он может, в принципе, всех раскидать. Ну, да, будет больно. Сколько протокол подчинения? 50. На. Боль. Ледяная. Это у него, что ли, ледяная? Кстати, тоже надо было. Вот это поворот называется. Все там герой справляется. Просто Грифону надо продержаться, называется. Вот эта хрень. И опять у меня умирает. Не, я просто не хочу элитного Грифона. Так. Эпизод номер 3. Попытка номер 3. Опять же любит троиц. Ну это называется куча мелочи может строить. Тогда это да, мы сейчас играем от какого-то рандома. Не хочу играть от рандома. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А мы, в принципе, встряли. А? Хотя здесь показывает, но это вот это вот. И четко, да, это одиннадцать. И чё, прокаст это... И Грифон надо далеко. И нужно отстреливаться. Давай по статусам. Быстрое возмездие. Огненная смерть во взрыве. А, не я. Угу. Нет. То есть, что, только было у этого? Можно вообще все статусы, конечно, высматривать. Ну вот, все только у этого ледяной. Огненная смерть. Я сейчас не знаю, какие были... косяки. Да пофиг мне на твое быстрое. Далее, но по устрашению я в принципе помню. Но устрашение, да, будет не айс. Соответственно, протокол защиты и отстрела через это. У этого сопротивление 15, что нормально. Защита, защита огня. Он опять делает всякую лажу. Бегут. Тогда, если... А! Для того, чтобы он мог отступить, это, во-первых, она должна оглушить, а мы урон... Окей. Все-таки меняем доктрину на вот такую вот. Во-первых, ты сюда, как я уже сказал, дац ему. Плюс элементаль, все. А, ну, мне больше глушения нужно. Тогда да, все-таки плевать. Я сейчас подумал, так, либо героя, как один из вариантов. У тебя защита 100, у тебя защита от льда 40. Он тоже не вариант. Ну, жуткий под устрашением был бы вообще потом отстой. Все. Ну, получается, нижний фланг более слабее. Из всего этого. Вот так вот. И через отстрел защитную стойку.
Угу. Ты помнишь, я помню. Далее. Во-первых, потрясение. Потрясения нет. Значит, угроз до хрена. Можем... Да. Что сразу вот это угрожим. Пика. Что это? Пикачу. Вообще Пикачу больно. У этого ледяная. Пикачу очень больно. Это тоже больно. И здесь, и здесь. Пикачу, потому что в оборонительный. Если ты в оборонительный... Я сужу по тому, сколько ему могут накидать. У него ледяная урона. Потом. Скорее будет потом обход. Давай. Я сказал оборонительная доктрина. Через перестрел. Поэтому он будет тупить. Это примерно тоже было в моих планах коварных. Соответственно, ты сам можешь забрать с ледяной хренью. Сзади или сзади прикрываешь, убиваешь. Эти как-нибудь там сами справятся. Как сами-то. Так, лучше думай. 12-18. Конечно же, больно. Еще от этих надо избавляться. Вообще по плану сам. Ты можешь... Можно по-другому. Ну, будем... 18. Тоже, ну, не убивает. Убивает гарантированно этого. Что это тоже может. И этот может, но проблема, что он получает по флангу. Конечно, мы можем на это забить, наверное. Но это не убивает. Этот, например, да? Либо его потом... Ну, как-то... Я хотел его грохать. Но... Этот... Да, под угрозой. Далее этот свободен. Кидается на пикинера, наносит ему сзади 2. Смотрю, гну просто 7-11. Как я сказал, устарела моя бригада. После элиты. Вообще никаких проблем не было. 2 отряда. Нахрен сносите все. Вот. Ты. А, если... Например, просто грохаете количеством. А, так ты не свободен. Что вы танковый? Потому что его герои слабые. Давай, это ледяная долбанная, кстати, тоже красавец. Это сейчас... Какой прикол это был? Но у него этого нет. А потом он все равно смерть во взрыве. Да, от него не убежать. От смерти во взрыве. Это было необходимо. Так. Сказал, плевать. Центр открываем. Герои сами это потом. В лобовуху. Потому что вот этот вот пикинер. У этих вообще ошеломление. Это не в тему. Далее, но заходит, не убивает. Соответственно, кидаем грифона на эту тему. Ты просто его разряжаешь, чтобы он не мог ничего делать. И вот теперь все. Теперь они, в принципе, что бы не это, осталось 2 героя. Ну, вот эта вот хрень только единственная осталась. А, у нас еще герой. Который может тоже любую хрень выполнить. Кто меня бесит, называется. Либо вариант.
12-й, думаю, вот 13, там 14 накидают ему ли. То меня бесит. И ты никого не грохаешь. Не грохаешь, но он разряжается, я правильно понимаю, потому что 3 на 3. И он никуда не уходит и, по крайней мере, не мешает. Как один из стволов. У него 3 ствола, да. Да похрен. При этом ты в защите, ну, тебе ничего не могут. Вот я подобное и думал, что может случиться. Ну, в итоге, да. Ты можешь... Ну, это и своего. Просто от элементаля таким образом прикольным избавиться тогда. Дальше герой на героя это и... Этого. Тогда я просто... Еще фея надо. Да, все вот так и получается. Бац. Психопатный. Там еще один психопатный. Я помню про подчинение, но... С подчинением у нас какие-то проблемы. Я уже сказал. Так. В лучшем случае заберем тебя. Ты тут... Убийца героев. Я просто думаю, кто больше... Ты опять можешь разрядить, ты этого. Остается вот эта лажа. Ты тогда один на один разряжаешь, и все, да. Но ты не... Блин. Грифон. Тирну еще можно попробовать. Чтобы герой ничего не мог сделать. Все, фея заблокирована. Нормально. По крайней мере, на всякие обходы. Сюда он не может. Это, да, все заблокировано. Ты... И сказал, кто захочет, тот выживет. Умри. Как же они бесят со своим это. И теперь... Теперь, я думаю, фича в том, как его захватить... Нельзя. Потому что под железным сердцем. То есть мы... Да. Тогда мы придумали протокол. Заодно. Ну, наверное, самохил. В данном случае. Я думал, лечение или это надо начинать все-таки с этого. Если наложено проклятие, то не будет вот этих вот критов. Мне стабильнее его взять. И когда вот это вот хп важно, ты хочешь все стабильно иметь. Ты по развеиванию потом, лечение протокол, давай легкий ужас начинай. С каждой вот этой вот уровни, почему я говорю, прокачанная армия вообще охрененно, два. Ну, я думал, скакуна, но скакун это ненадежно.
Раз, два, три. Далее. Да, там проклятие есть, но тогда придется все раскидывать. И начинаем с раскидывания. Уже. Да, все вспомнил. Развеивание. Все, 11 я просто смотрю по раундам. Да. Нет. 2. 3. Че у тебя тоже, если все это развеять магия? Обломался. Ждем лечения, потому что мы знаем, что потом, если контратака, мне нужно это лечение, то будет проблемы. Раз. Ты ж какого? А, проклятие не наложено. 3. По приколу. Но это, по-моему, не поможет. Минус 400, минус 12. Угу. Раз, два. Теперь даже и осечка прокатила. Соответственно, конец. Уже нормальнее вся эта тема. 14. Раз, два, три. Так, на лечение ждем. Вот. Все, что могу сказать. А, ну и вообще моменталка, конечно же, самая читерная хрень на свете. Поэтому товарищи, эти какие урожденные для войны, жесткие. Охиливаю дракон от хилин фактически. Да, кстати, я еще подумал так. По развеиванию. Че там флешбэк, Среднеем хп, но чудище у нас на передовую, соответственно. 694. Еще не во все одно лечение будет. Ай, насчет подчиняйся моей воле, тут еще сейчас будет самый прикол. А врага лечить можно? Очень плохо. Потому что он, в принципе... Ну, забавность в том, что его либо грохнут со второго раза, он починится дал. Вот, либо бы его грохнули бы. Не, перехват только отсюда, он слабее. Слабее, потому что их меньше. И нет предводителя. Все-таки, да, количество это... Это один из главных факторов. В любом случае, даже если мясо. Мясо, ну и за что я ненавижу долбанную звериную орду, потому что она вот врубается и все. Я помню, что я зал жуков, но... Не все получается, как я хочу. Пока протокол... Но он нас как бы подзажимает, да, мы отняли, отлично. Немного нарандомили. Совершенно немножечко. Но больше угроз вроде нет. Все, смотришь, вот так вот высматриваем. Там, по-моему, надо бы перенять, да? Нет.
Засекаешь это, на следующий забираешь. Далее. Никаких военных протоколов. Это... А, и... Ну, как бы и да, и нет, все-таки мана. Очки заклинаний. Это значит приоритет всему тому, что выдаст мне очки. Иначе мы не можем воевать. Без... С отсутствием... Но он забоялся. Здесь он забоялся явно. И вот это вот опять медленно... Но он увидел, забоялся, как я сказал... Пытаетесь не дать ему собраться с силами, с духом. И просто его пока троллите. Так, аккуратно, разведчик, тогда возвращаешься. Держим тогда долбанное расстояние. А, может. Но, во-первых, держишь. Чтобы ему было всегда тяжело. Все. Далее. А, да, это я помню, получается, гарнизон. Кстати, регенерация, если к главному начальнику. Далее. Как гарнизонные службы. Потому что тут ни хрена непонятно. Тут тоже мы как-то не понимаем, что делать. Ну, хорошо, что пал предводитель. Вот. Ну, срочно я просто думал, а прокаст не снимается заново, не это. Если пал бы предводитель. В неком смысле это было бы логичным. Че, или дать ему на меня напасть? Ну, из этого три, хотя костяные должны подчиняться, то есть только ледяной. Я правильно все понимаю. Мы, конечно, можем от прокаста, хотя мне нужно темные времена снимать. В том числе из-за этого. Из-за духа. Нет. Пытаешься... Без этого все-таки пока с ним играться, к сожалению. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, а. Есть у него авиационный полк. А, поэтому... Но в основном против авиационного полка это прокатит. Сдержишь здесь расстояние. У нас еще это есть. Да, все. Три стека. Авиационные его будем брать. Значит, медленно отступаем ему. Показываем. Заманиваем. Заманиваем на атаку. Стоишь пока здесь. Более чуть-чуть дальняя подразведка за счет ягоды. Все. Хотя мы и так вроде все знаем прекрасно. Как я сказал, по-моему, просто троллишь его. Идишь, троллишь. Далее. Понял. Так. Здесь за счет разведки и неправильной его координации мы его разбили легко. Далее, естественно, отступление захватили. Молодцы, сформировали себе больше армию в наш гарем. И сидите смирно дальше. Смотрю по количеству этих. Ну, ХП сейчас самоотхил пока. Все это... Так. У нас всевидением. Потому что, да, у тебя книжка, я на нее ставил. Всевидение
точно, да, это не обладала, а я про это забыл. Да, крепкую волю, потому что она все равно через левел возьмет. РК развед уйдет далее. Когда дойдет. Морд это только один. Но это мы знаем. Далее. Бабки. Собирай. Вот это да. Менее интереснее. Далее. Задача. Менее трудоемкая. Так, давай всем остальным поджать. Этим так достаточно. Все, этот просто стоит. Здесь мы помним, что это под дракона. Гноми никуда. Потому что так получается. По-моему, гноми ей даже и сюда хотел, но тогда его не было. Ломпок. Я подумал немножечко другое. Интересно, вы догадаетесь, что я подумал? Прикол в том, что мы ждем вот этого, ну, вот этого героя, который пойдет прочищать. Все, это прочистка. Это реально далеко и по ходам. Своими тремя золотыми драконами и формируешь в итоге... А, своими тремя золотыми драконами и в итоге формируешь золотоносный гарем. Три золотых. Потому что еще четвертый добавляется. Чисто типа. Я помню, там тоже по переформированию. Через сколько вообще ты придешь, блин, военачальник, как-нибудь сюда? То я думаю, все, надо уже, да. Это резко делать. И тебе нужно за. Блин, и всем! Ну, на нежить-то можно послабее взять. Я думаю, всем... Нет, твоих элитных дракончиков золотых надо будет забрать. Хотя, наоборот. Сейчас я тоже думаю. Золотые, во-первых, раскачиваются так, соточка. Тем более, если мы в два отряда... Но у меня просто нехватка золотых. Можно, конечно, через ускорение будет взять. Мой мозг так не... Все, что я могу сказать... Это... А! По-моему... Блин. Я забыл, что... Да, хоть у нас протокол как бы денежный. Вот это мы забыли. Несмотря на это, дорожка мне нужна будет. Это вот... Хотя по золотым точно. Им быстрый марш нахрен не сдался. Это именно им. Всем остальным, может быть. Ладно, так. Пока сохраняешь. Здесь. Я помню, он там это... Ну, я уже говорю про то, что вот это смертник. Мне плевать. Что-то там это отжать ждешь, ты уже можешь ждать здесь, сжать.
бабки выпилили. В итоге два города здесь. А, ну да. А, нет, вот гном. Потому что тут достаточно гору с двух сторон. Я тебя нашел, все-таки гном, да. И я еще помню про таверну из-за того, что... А, ну тогда прям сюда. От этого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сейчас от этого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 это... Ну, потому что стратегически здесь все равно эти фермопилы не прокатят. Нигде, причем, да, не прокатят. Они могут быть временные, но все временное — это временное. Как говорится, все временное — это временное. Вот. А, вот по фермопилам мы, по-моему... Нет, они, по-моему, тоже не гарантированы. Два. Они, в принципе, здесь нет... Да. Поэтому без разницы. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но я тороплюсь. 11. Давай, 10 раз отмеры, отмери, один раз отрежь. Раз. Ну, допустим, все-таки здесь. Стратегически плевать. Тут и в том числе будет развитию мешать тоже. Только вот здесь забивать, ну это вот. Если, например, ну можно и забить вот здесь, да, например, или вообще пониже. На одну клетку или на две. Вот тебе фермопильский город, который вот это вот будет, например, высматривать заодно. Вот это да. Еще раз. Даже как бы 12. Ну, ровно. Десять. Вот, 11 сюда. Нормально. Хрень, что... Как бы, да, недалеко это, но как бы военное положение. Близко. И раз так... Все-таки... Проведи здесь дорогу. Мне вот так вот. Пока пилить не будем, но вот эту вот дорожку... все равно понадобится. Если резко придется отходить, допустим, как-нибудь, ее потом будем отлавливать. Ну, это я примерно помню. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Критичное вот здесь расстояние. Далее. А, здесь чисто попилка вот так. Попил бюджета. Тупо сидишь. Сейка. Не, что-то сейчас это импульсивный. Я не знаю, с чего это так. Или у меня такое бывает настроение. Но я чувствую импульсивность. Сейчас я успокаиваюсь. Настраиваюсь на успокоение. Успокоина. Себе вкалываю. Прям это вспоминаю, что опасный уровень там боли в халфе введен морфий. Вообще-то типа того. Не, я все-таки так тоже смотрю по городам. И черт меня дери, мне бабок. Но из-за этого. С праздников.
должно. Не очень хватает. Но мы после вот этого протокола... Как видео бесит. А, и по-моему здесь... Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, четко. Ну, или не совсем. Да. Как хочешь, сдерживай. Далеко, кстати, ушел, если вот здесь переход. Ну, будем как хрень, конечно, но... Я думаю, что... А, если так, то мне, пожалуйста, заранее засечь... Это я тоже помню. Но, кстати, если мы пропустим, чего в принципе не должно быть. Давай. По политике, как я придумал. Хотя, а, ну гнувьи мы вот сюда, если что, закинем как-то. Ну вот здесь есть достаточно интересной земли. Для этих долбанных любителей скал. Скалоедов. Так и назовем, кто они есть, скалоеды. Все. Хотя и военные я тоже помню. Но нам в целом хватает всего. Это нас сейчас жестко убивало, да? Блин, что там это? Орленес Эльфаран. Прям их на это бы... Не-не-не, парни. Во-первых, долго строится. Ладно, я еще с этим могу согласиться. С этим чистое развитие. Ну, один город под это... Так, это да, я помню. Здесь это... Да, чистое подразвитие. Какой-то нижний. Что, ну... Просто меня перекастовывают. Не помню. А. Кому? Ну вот, например, у Мэй нет. Какие, да, проблемы у нас? Ну и в целом они там это... Да, давай туда. Но пока доставится, это, конечно... И прям туда. Далее будем думать. И все остальное протокол. 700. Так как мы переходим, да, на эти русла, еще какой город нижний, который вполне можно развить близко. Но мы не качали никакой. По... А... Будем считать, что откуда-нибудь деньги возьмем. 63. Я просто думаю, может быть, найти где поближе к какой-нибудь фигне, типа кузни, да? Но он строится здесь. Все, зал строителей. Подземелье, да, это очень сильно поможет. Там как, ну, у меня не очень получалось через обсерваторию. В принципе, этого я, как уже говорил, достаточно. Хотя метрополия, конечно же, лучше. Без Б лучше, конечно. Остальное небольшое, это и ладно, так и быть.
Эти меня не интересуют. Прибытие все равно там... Хотя, может быть, и стоило. Чё? А, ну это, да, миссия failed. Её, по-моему, нужно вкачать так. Пока одновременные. Самое дорогое... Самая дорогая постройка. Кстати, да, тоже это. Зашибенный охренительный охренитель. Ну, его сейчас придумаем как. Вот то, что гномы это шикарно, послаем только один, 306. Да. Но это все равно их будем смотреть. Все, ну он пошел пере это, но по крайней мере это какое-то время дало. Таджиль дрэш. Потому что передовой... О, там. Я просто вот понимаю, что у меня герой... Вот этот вот отряд... Естественно, маневрируешь. Как я и сказал, нужно два. Но я вижу, да, вот. Вот это вот, что всякие. Куча мантикор без прокастов. Это сложно. Мне нужны драконы. Вы устарели морально. Вы рулили когда, да, третий, потому что там тоже третий. Для мантикор и по мантикорам. Сейчас вот просто вот этих вы порулите, потому что они слабачки. Поэтому нужен четвертый. Зато вы освобождаете спокойно. Ну, он сюда сбежал, походу, увидев. Это я сейчас смотрю еще что, город. Смотри-ка, заставу. Подбегает тоже. Я говорю, только вот сюда у нас есть вариант развиться. Ну, конечно, больница. Держать направление, подойти туда. Мы все всякое видим. Чё? А, наверное, сейчас ты-то уйдешь. С баблом у нас не айс, мы из-за этого больше. Но походу, да, рейд, пока меня не рейданули. Если все, ну вот сейчас попроще армия. Во-первых, ягоду сожрать. Ну, бегай у границ. Бесишь ты меня, конечно. Мы же... Сейчас так задумывался, антидезертирство и... Ну, вот Пал там это управляется императором. Срочно навряд ли спасет. Хотя там у него были, да, проблемы с экономикой. Если еще с проблемой с экономикой, только это может... Некоторых дезертируют. Смотри-ка. Чё, чётко попадается? Я вот еще раз начинаю думать, что правильно компа разводить разными стеками. Уводить это, вон, видите? Я уже почти искусственный интеллект начал понимать, как его... Ну, там примерно так и получилось. Соответственно, он здесь подбегает, охреневший. Ну, видели что-то по одному, просто по жрецу. Это ничего.
страшного, у него горностайности нет никакой, наверняка. Священная реликвия, фанатик. Соответственно, ближе, чем город, вот так не может. Просто сейчас сжираю эту ягодку, и мы его выжираем в 2 или в 3 монаха. Просто проверить окончательно, там ли он, не там. Зато вот, да, тема под разряд. А, да, зато... Ну, вот вассальные города, самое оно, вот так вот, на раздач. Себе пробав сделал отрицательный. Самое главное, склады и ни на что больше не хватает. Ха. Вам, наверное, сейчас посмотрю, надо или не надо говорить. Ну, можно закончить на этом серию. Да, давайте. Я заодно... А, еще рано. Еще черный не доходил. А я сохранил. Вот теперь все. А, и, кстати, по поводу засечения можно так глобалкой бить. Ну, почему радиус обзора? Это просто охрененная тема. Давайте двойной назовем форсаж. Это. Вам аригато за просмотр и всего наилучшего. Да, я сейчас немножечко перерыв возьму.